Вот, и у меня к вам большая просьба. Мне одна женщина написала вот такое письмо, я вам прямо сейчас зачитаю, потому что я очень бы хотел, чтобы вы ответили. Она пишет, что, ну вот она зарегистрировалась в караоке-клубе, все, так сказать, все хорошо. Вы говорили, что можно к вам обратиться. Вот она пишется. Хочу спросить про препарат Грифония. Можно ли его применять при беременности? Может, посоветуете какие-то другие препараты? Вот к вам такой вопрос. Да, препарат грифония – это экстракт семян грифонии. Он содержит 5-HTP, то есть 5-гидрокситриптофан, причем в том виде, в котором шаг до серотонина всего лишь один. Это очень хорошая, безопасная абсолютно аминокислота, обращаю на это внимание, это не тоник, ничего. И у нас от грифонии совершенно невероятные результаты, просто увеличивается выработка серотонина, кстати, 95% вырабатывается в кишечнике, и резко улучшается настроение, потому что рецепторы мозга обязательно должны получать серотонин. Это способ жизни, это выживаемость, это радость, это уважение, это защита, это множество-множество функций организма. И так как кишечник у беременных страдает очень сильно, потому что ну, там кровоснабжение нарушается, то грифонию можно одну капсулку с утра. Никаких проблем, никаких ограничений. Там минимальная доза 50 миллиграмм, то есть это практически доза для маленького ребенка. Кстати, даже детям можно. После того, как дети выпили капсулку грифонии, они в садик бегут с удовольствием, в припрыжку и уходить не хотят. У них появляется желание общаться. Потрясающие результаты получаем. Вот, я со своей стороны хочу сказать, что, дорогие друзья, это натуральный продукт, это очень интересная действительно трава, и то, что касается действительно аминокислот, ну, вот Ольга Алексеевна подробно сказала, я не буду, я скажу, я очень лично, я рекомендую этот препарат, ну, скажем, этот продукт, вот правильнее сказать, этот продукт, очень рекомендую.